Есть прием. Пока Грузия, да, на приеме Ольгу Бирюкову. Сорокина. Ксения Парубец. Очень грамотно сейчас играет нападающие команды «Локомотива». Прекрасный первый темп. Есть игра в защите у «Локомотива». И вновь, да, делает это Наталья Кроткова. И тут грамотно отыгрывается сбитый прием Александра Мамедовой. Сама же спортсменка в атаке. Тащит этот мяч Виктория Горбачева. И отыгрывается капитан команды. Ксения Парубец. Возглавлял женские французские клубы. Это Тулона, Марк Боррель и Нанси. Так что богатый тренерский опыт у наставника «Локомотива». А здесь очередь. И это сетбол. На подачу. Отличный прием Ольги Бирюковой. Александра Мамедова. Есть защита. Ксения Парубец. Достает этот мяч Тамара Зайцева. Без атаки челябинская команда. Но надо побороться на блоке. Ксения Парубец. И первая партия остается за гостями. Хотя прогнала Ольга. Отличный прием Натальи Кротковой. Азанова. И Ксения Парубец ленинградской команды. Есть прием у «Локомотива». Парубец. Есть прием. Вот это да, попадает Ксения Парубец. Уходит в аут. Видели подсказки Александра Кошкина. Вот это да, отличный блок показывает сейчас команда «Динамо Метар». Второй раз закрывает атаку спортсменок из Калининграда. Достает Тамара Зайцева сложный мяч. Не получилось. Вот еще раз повтор на ваших экранах. Есть прием. Парубец за головой. И вроде поднимает капитанка. А это уже ошибка Тамары за с одним блоком. Что очень упрощает, конечно же, игру. Тут соглашусь. И продолжают грузить как раз Ангелину Дементьеву на приеме. А здесь уже закрывают Анастасию Азанову. Подачу справится Ксения Парубец. Но это, конечно, биться. Трос смягчает сейчас подачу Ангелины Дементьевой. Ксения Парубец.